А давай мы их найдем. Вы без спроса взяли подарки. Что вы тут без меня делаете? Рисуем. А давай мы их найдем. Начнем с моего шкафа. Ну и как ты туда долезешь? Как? По лестнице. А ты открывай дверцу. Нет, там вообще ничего нету. Пошли в другую комнату. Сюда залезть. Сейчас мы все увидим. Тим открывает дверцу. Тим, лови меня. Спасибо. И здесь ничего нету. Пойдем дальше. Тим, ну говори, есть там что-то? Эй, а что вы тут делаете? Ой. Раз вы без спроса взяли подарки. Подарки на день рождения тебе прислал сервис подарков, сервис сюрпризов. Юбокс! Класс! Да. И Маша, кстати, они тебе даже подарок прислали. Вот этот подарок твой. И еще вот такой большой. Ну что, на распаковку? Да! Вы готовы распаковывать супер подарки от Ubox? Да! А теперь давайте сразу объявим челлендж. Наши ребята-подписчики посмотрят, у кого лучше подарки, и проголосуют, да? Да, у меня будут круче подарки. Ты думаешь, а вдруг у Маши? А давайте тогда, если что-то интересное попадется еще в Ubox, мы это разыграем среди подписчиков. Согласны? Да! Ну что ж. Такая мини. Мишная ленточка, сейчас только ее разбежу. Так. Да, они так классно запакованы. Тима уже распаковал. Открываем наши супер коробочки. Давайте по очереди доставать. Кто первый? Тима. Тима первый, давай. Тима, именинник у нас с днем рождения еще раз. Да, привет. Тим, тебе что, как самому волнотному? Ребята, реально, это бутербродница. Тима, это тебе в школу то, что надо. Сейчас мы ее... А, я тебе хочу сказать, что это самая натуральная бутербродница в виде гамбургера. И посмотрите, она здесь... Ха-ха! Тим, смотри, давай сам раскрывай. Я хочу видеть твое выражение лица. Что? Это, наверное, как-то... Нет, это вилка, ложка. То есть ты можешь сюда положить салатик, положить какую-то кашку, да? Вот вилочкой ты покушаешь салатик, ложечкой ты покушаешь какую-то кашку. А там... И такая мисочка, куда можно положить гамбургер, ну или еще что-нибудь. Ну, короче, Тим, как ты думаешь, крутая вещь? Да. Давай из... Маша, доставай, что у тебя там в коробочке. А что это? Ух ты, это сквиши! Сквиши? Да ты что? Смотри, оно как будто молочный коктейль. У Тимы гамбургер, у Маши молочный коктейль. Ребят, он такой мягенький. Прям мимишка. Маша, это твоя мимишка, держи. Нравится? Тима, доставай дальше, что у тебя? Так, у меня здесь Человек-паук. Человек-паук? А ну покажи.
А, подожди, это вот эта игрушка, да-да-да, которая на окно лепишь, и он должен динь-динь-динь-динь спускаться по окну, да? Надо будет прилепить на зеркало или на окно, посмотреть, как он ползет. Тоже интересная штучка. На, держи. Маша, у тебя? Так, конфетки-бананчики. Это еще одни сквишики, наверное, смотри. Нет, это маршмеллоу, да? Да. Маршмеллоу какие-то, кролики. Ну что, попробуем? Да. Открываем пробовать. Держи, Маша. И точно не надо вот это жарить на костре? Ну, я не знаю, если сильно захотеть, то можно и пожарить на костре. Что? А Тима бананы не любит. Смотрите, внутри шоколад. На Тиму на лицо, смотрите, какое внутри. Что, серьезно, шоколад? Да. Ребята, здесь внутри шоколад. Посмотрите. Так это супер-пупер конфеты. Я тоже хочу попробовать. Вкусно, Тим. Ты что, бананы не любишь? Ну и зря. Мы с Машей теперь сами съедим вкусные конфетки. Правда, Маша? Да. Быть в коробочке. Да, по одному. Ну, доставайте вместе. Чупа-чупсы и мармелады. Ага, вот такие конфетки. Здесь у нас клубнички, а здесь у нас что? Мармеладки. Мармеладки какие-то. Арбузики. Да, или арбузики, или дыньки, что-то такое. Интересно, это еще не все. У нас есть большая еще коробка, которую тоже надо распаковать. Давай, Тимофей, ее тоже распаковывай. Да, я значок, что здесь не сладости могут быть, а только подарки. Здесь только подарки. Ну, заглядывайте, что там? Ух ты! Что, нравится? Давайте по очереди, ребята. Давайте. Вот Маша начала, давай смотреть, что у Маши. Набор терок в виде всяких фруктиков, мороженка. Короче говоря, это фастфуд, ребята. Это Макдональдс. Посмотрите, картошка фри, мороженка и хот-дог. Класс! Вам нравятся такие? Тима, твоя очередь, именинник наш. Что это? Это пёс какой-то. Это не какой-то, это кулдог, крутой пёс. Посмотрите, какая крутяшка. Так, открывай, что это такое? Мне самой уже интересно. Записная книжка. Это что, записная тетрадка? Слушайте, какая она классная. Посмотрите, она вся вот прочерчена. И кроме того, на всех листиках вот этот вот крутой песик. Давай, тебе моя очередь. Давай, Маша, доставай. Ух ты, рюкзачок. Он такой блестящий. Ух ты, тут перепалочки. Класс, то, что ты любишь, да? Розового в золотой. Из розового в золотой, Тима уже заметил. А ну давай, Маша, смотри скорей. Классный? Да. Давай теперь нашим зрителям покажем. Из розового переливается в золотой. Посмотрите. Скорей. Книжка какая-то? Или... Нет, Тима, это не книжка. Это шикарная вещь. Читай. Для рисования в темноте. В темноте называется «Рисуй светом». Жалко, у нас не темно сейчас, у нас утро. Но мы все равно попробуем нарисовать. Короче говоря, ребята, что вы тут без меня делаете? Рисуем, Маш, посмотри, как классно получается. Да, я хочу тоже попробовать. И ты хочешь попробовать? Ну, залазь с нами под стол тоже. Получается, Маш? Да. Главное. Опа, и Маша с нами под столом. Тим, ты меня тоже. Давай теперь Маше порисовать. Ага, вот кнопочка. Смотрите, как я умею. А ну давай. Ух тышка. Класс, это такие цветочки как будто. Тим, у тебя круто поздравил Юбок с днем рождения. Даже мне достал. Да, это крутые вещи, Любокс, класс!
Вы знаете, ребята, мы же обещали нашим подписчикам какой-то конкурс устроить, разыграть что-то из Ю-бокса. Тим, выбирай, что ты хочешь разыграть свое день рождения для наших подписчиков. Тетрадку и сладости. Тебе не жалко такую классную тетрадку? Нет. Ну что ж, хорошо, ребята. Значит так, первое, голосуйте, у кого лучше подарки, у Тимофея или у Маши. А второе, напишите в комментариях Ю-бокс класс, чтобы получить вот эти вот подарочки от нас и от Ю-бокса, и от Тимы в день рождения. А розыгрыш мы проведем когда? В субботу, когда мы приветы передаем. Точно, в субботу, 28 июня. Итак, ребята, кто хочет получить вот такие вот сюрпризики, пишите в комментариях и не забудьте нас посмотреть 28 июня в субботу. Пока!